Сейчас специалисты проводят профилактические ремонтные работы, что со временем позволит увеличить перевозки. Хаджимба также рассказал, что с российскими коллегами ведутся переговоры по запуску вертолетного сообщения между Сочи и Гагарским районом. Стоимость проекта пока не определена. Вертолет будет летать исключительно летом и перевозить туристов. Туристы в основном будут летать в Пицунду и Гагру. В случае утверждения проекта возникнет необходимость строительства вертолетной площадки на российско-абхазской границе для осуществления досмотра, сообщает администрация Сочи.